секторе 3 лаборатории Альфа находится вспомогательная система управления охладителем для компактора молекулярного топлива. Отходы системы КМТ также обрабатываются. Здесь отсылается на перерабатывающий завод для постачистки и уничтожения. Нихера себе. Спецназ, блять. И это все, что они могут сказать. Как сделать? А? Уноси ноги. Была бы здесь запись нормальная, если бы я правильно русификатор поставил, но этого не сделал. Утилизация отхода. Че, уроды, хотите напугать меня? Да мне вообще похер, бля, я бессмертный, нахуй. Я детсадник этого сада. Я прям... Блядь, нихуя, бля. Нету карты доступа и не будет, пока я не утилизирую это выбросить. Скорее всего, тоже должно быть закрыто. Внимание! Ядовитая атмосфера. Необходимо выполнить очистку. Хорошо, сделаю очистку. Что тут у нас КПК пишут? Марк Ламия. Марк Ламия, начальник группы техников. Сообщение от 1 ноября 2145 года. Я нахожусь в полном возмущении из-за вопиющей некомпетентности персонала, с которой мне приходится иметь дело. Я не знаю, где отдел кадров набирает этих людей, но последние пятеро перевернули все мои представления о границах человеческого идиотства. Они ничего не могут сделать в срок, мне постоянно приходится за ними присматривать. Они медленно работают, они не следуют ни одной из установленных процедур. Они даже не способны запомнить то, что я им говорю. Например, они постоянно забывают коды замков. Мне пришлось сменить коды всех шкафов в зоне на 1, 2, 3, в надежде, что они хоть это запомнят. Но они все равно забыли. Я не понимаю, почему отдел кадров не может прислать мне нормальных людей. Я требую права свободно распоряжаться наймом и увольнением моих подчиненных. Только так я смогу нормально управлять своим отделом. Конец записи. Вот так. Боремся за природу, ёпта. Утилизируем отходы.
Уровень содержания газа понизился на 50%. Ой-ой-ой. Нормально. Содержание токсичных газов в норме. В зоне утилизатора можно работать. Солдат, ты что копаешься? У нас потери. Группа Браво едва держится. Да мне поебать нахуй на них. Что ты купаешься? Смерть идет. Она уже давно. Нахуй. Ой-ой-ой. Вот это надо было выкинуть или нет? Да нет, пригодится. Чему ж самому тут? О, включите зону. А может быть... Была бессменным лидером прогресса, не только разрабатывая новые технологии, но и как можно полнее раскрывая их потенциал. После того, как Гидракон обеспечил нас нескончаемыми запасами водородного топлива, специалисты начали задаваться фундаментальным вопросом. Можно ли хранить это топливо в сжатом виде, чтобы притворить в реальность мечту человечества о выходе за пределы Солнечной системы? И теперь мы с уверенностью отвечаем – да, можно. Под руководством доктора Малькольма Бетругера лучшие специалисты корпорации совершили прорыв в области квантовой физики. Теперь мы можем хранить топливо для наших межпланетных двигателей на основе антиматерии в промежутках между электронами в молекулы. Теперь топливо, которое когда-то занимало половину полезной нагрузки межпланетного корабля, занимает лишь малую часть прежней массы. Перед вами... компактор молекулярного топлива, или КМТ.
Еще один шаг навстречу мечте человечества. Достичь самых удаленных планет и колонизировать их. Корпорация UAC уже давно взяла курс на то, чтобы построить мир без войн. Бля, может быть, не надо было. Надо было, подожди, платформа в зафиксированном состоянии, может, надо было спрыгнуть туда, нахуй. Я помню, по-моему, кто-то спрыгивал. Неважно. Нормально. Вот так вот. Вот так вот. Вот так.
Так. Секрет, не секрет. Похер, сохранюсь. Так. А, ну секрет. Все. Так мало. Так, ну так и сюда что? Имеется, но плазмомета у меня еще нет. Дробовик, бери дробовик. Сильно нужен.
А, разломан. Покинуть Альфа-сектор 3. В секторе 4 в лаборатории Альфа окружаемое водородное топливо герметизируется в контейнеры, готовится к отправке кораблями на базу USA и пространственные платформы. Эта система полностью автоматизирована, и доступ персонала к ней ограничен по соображениям техники безопасности. Солдат, я смог определить, где ты находишься. Основные системы связи выходят из строя. Коммуникации на базе разрушены. Неизвестно, как долго будет работать связь. Группа Браво только что вошла на завод Энпро. Поторопись, ты уже недалеко от них. Там не посрать вообще. Ведь завод Энпро как можно быстрее. Да мне по хуе. Потому что, знаете почему? Да потому что... Потому что не будет, по-моему, из-за этого ничего. Эй, солдат, помоги мне! Я тут застрял! Открой дверь и выпусти меня! Открой дверь и выпусти меня. Запустить? А, ну тут можно, да, ошибиться, запустить камеру, либо открыть камеру. Спасибо! Камера открыта. Интересно, что-нибудь было, если бы я запустил камеру? Не, ну он бы помер, а то есть как мне как-то отразилось, нет? Либо на чем, на чём-нибудь отразилось. Так, ну где ты, дебил, блин? Патрик Суэйзи. Спасибо, что выпустил меня. Когда погас свет, я оказался заперт в камере. Не понимаю, что происходит. Ни одна система не реагирует. Не понимаю. Попробую подключиться отсюда к главной системе. Терминал защищенный. Должно получиться. Код Абрамс. Майкл Абрамс, начальник охраны комплекса «Дельта». Рапорт 3072, 15 ноября 2145 года. Я только что пришел из оружейного отдела, где мне выдали одну из этих новых БФГ-9000. Да, они не шутили по поводу того, насколько новый прототип легче предыдущих. Этот ствол уже можно носить с собой. Следующее. Последние недели многие патрули не докладывают по установленной форме. Не уверен, что форма доклада настолько изменилась. Я лично прослежу, чтобы их направили на переподготовку. Там им объяснят, что к чему. Поступило сообщение о проблемах с безопасностью в комплексе Альфа. Я пытался до них дозвониться, но мне никто не ответил. Я выслал туда отряд для проверки. А теперь и с ними не могу установить связь. Похоже, придется идти туда самому. Черт. Ненавижу комплекс Альфа. Сборище надутых кретинов. Я отправляюсь туда прямо сейчас. Закончу рапорт, когда вернусь. Да, и еще... Я пока оставлю БФГ в своем кабинете. Пожалуйста, сообщите в службу информационной безопасности, чтобы код моей двери сменили на 901. Просто во избежание. Конец записи. 901. 901. 931. Потому что нолик не допускается.
Бурцем. Тупой удот. Сколько же этих тараканов, блядь. Так, я пришел отсюда. Мне получается по лесенке. Да, ну да, по лесенке. Так, что такое? Солдат, чертежи базы указывают, что все выходы из зоны, где ты находишься, блокированы. Единственный выход через переработчик топлива ПРТ. У тебя два варианта. Можно включить установку и пробраться сквозь нее. Так короче, но опаснее. А можно выдвинуть служебные мосты. Но тогда идти придется в темноте. Освещение не работает. Тебе решать, солдат. Что-то я прослушал то, что он тут. Херню калякал, у меня потом просто смутили какие-то, бля, непонятные демонические звуки. Потому что на теле мне похер, там что-то в темноте идти, что он сказал. Так, Генри Культенельса. Что он тут сказал за херню? Генри Нельсон, сменный мастер. 24 октября 2145 года. Даже не знаю, как об этом доложить. Так что просто скажу о том, что я знаю и чего мне надо. Рабочие постоянно докладывают мне, что слышат странные звуки. Голоса. Кто-то их зовет. Даже когда рядом никого нет. Поначалу я им не верил. Ребята здесь любят розыгрыши. Но они в один голос говорили, что не шутят. Я пропускал их рассказы мимо ушей, пока сам не услышал.
Я налаживал панель на лифте и вдруг отчетливо услышал чей-то голос, который говорил: «Сюда, сюда». Я обернулся, но в коридоре никого не было. Осмотрелся. Я даже проверил журнал работы. В этой зоне никого больше не было. Не хочу показаться психом, но у нас вероятно сильно перепугали после разговора о призраках. Так что я очень прошу выслать патруль и прочесать зону. Мне и моим рабочим так будет спокойнее. Заранее спасибо. Генри Нельсон, конец записи. Нельсон. Служебный мост, да? Там, по-моему, если служебный мост, значит легче добраться, либо включить систему освещения. Хер его знает. Или служебный мост. Где он? Выбрал, бля, и сдох. Не первый раз причем. Где в Б, в Г столько раз падал. Потому что не дожал. Было не